Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Меняем мир вместе. В Сасовском районе по программе поддержки местных инициатив завершили два народных проекта. Исполняя поручения, Павел Малков призвал правительство региона быть поактивнее. «Золотая маска» по-рязански. Премия «Зеркало сцены» обещает стать грандиозной. В Сасовском районе по программе поддержки местных инициатив в этом году уже реализованы два проекта. Построили новую дорогу и возвели мемориальный комплекс. О работе программы в районах расскажем далее. Поселок Молодежный Сасовского района. Здесь проживает 450 человек. Городская черта совсем рядом, меньше километра. Единственная дорога сюда по улице Перова. Сейчас она радует глаз. Правда, так было не всегда. Новый асфальт положили в этом году по программе «Поддержка местных инициатив». Стоило все чуть больше 2 миллионов рублей. В ноябре месяце мы сделали соответствующую документацию, подготовили по СД. Вот, народ в течение 2 недель собрал свои 12% от данной суммы. В общем, тоже откликнулись, очень замечательно, спасибо им. Ну и подрядчики нам в сроки, в указанные сроки согласно контракта, они уложились. Ну и, соответственно, мы где-то в начале сентября, до 1 сентября у нас было все это сделано. Весь цикл занял почти 10 месяцев от создания проекта, его утверждения до непосредственно ремонта 420 метров дороги. Результатом довольны все. Благодаря поддержке правительства Рязанской области, мы, жители поселка Молодежный, в этом году смогли осуществить капитальный ремонт улицы Перова. В 2022-м в Гледковском сельском поселении Сасовского района реализовано два инициативных проекта. Если первый носил больше практический характер – дорога в развивающемся поселке, то второй – патриотический – мемориальный комплекс русскому воинству. Как бы ни называлось древнее поселение на месте Тимгиневского городища, учеными доказано, что оно было восточным форпостом русского княжества. В память об этом жители Гледковского сельского поселения в 2021 году выступили с инициативой создания мемориального комплекса русскому воинству в районе Тимгиневского городища. Инициатива нашла поддержку в правительстве Рязанской области. Проект реализовывался в два этапа. Первый – установка поклонного креста и, собственно, самого монумента уже завершен. Каркас, естественно, металлический. Вот заливали бетон сюда, плюс вот эта нержавейка сверху. Надеюсь, надолго ее хватит, если какие-нибудь вандалы что-то не разрушат. Также у нас прошла плиточка, плитка дорожки выложили, тротуар и смотровая площадка с балясином, которая стоит на берегу реки. Естественно, люди приезжают часто, смотрят, наслаждаются данным местом. На втором этапе комплекс облагородили голубыми елями, кизилом, сиренью. Для этого привлекали даже ландшафтных дизайнеров из областного центра, специалистов разного профиля. Мемориальный комплекс возвели, по сути, все вместе. Теперь здесь устраивают памятные акции, проводят экскурсии. Рядом охраняемая археологическая территория. И ухаживать за комплексом тоже стараются все вместе. Областная программа поддержки муниципальных инициатив помогает решать многие насущные проблемы местного значения. Это и ремонт местных дорог, ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей, обустройство зон отдыха, благоустройство общественных территорий, обустройство детских и спортивных площадок, приведение в порядок сельских кладбищ и многие другие проблемы. За возможность реализовывать инициативы граждан местные жители поблагодарили главу региона Павла Малкова, Министерство по делам территорий и информационной политики Рязанской области, оказывающее необходимую консультацию и методическую поддержку в реализации проектов. Помимо двух уже названных в 2017-2018 году, рядом со школой построили спортивную площадку, также в два этапа. До этого рядом даже турников не было. Теперь здесь проходят уроки физкультуры. Спустя год в селе Устье возвели сквер памяти работников речного флота. Раньше река была судоходной, ходили теплоходы до Касимова. Зато теперь на слегка обмелевшую Цну и окрестности можно понаблюдать с красивой смотровой площадки. И жители благодарны. Все-таки инициативы здесь по-настоящему народные. К ремонту дорог я попрошу подходить системно, чтобы в следующем году к сентябрю вся основная часть была завершена. Готовьте конкурсы и контракты уже сейчас. Такое поручение дал на правительстве Павел Малков. Губернатор начал заседание по традиции с исполнения поручений.
Заседание правительства Павел Малков начинает без вступления, сразу акцентируя внимание на исполнении поручений. В Кадымском районе жаловались на отсутствие сотовой связи. Базовые станции в Кочемирово и Кущапино Минцифры обещают установить уже в этом году. В Сараевском районе по проекту развития сельских территорий на федеральную субсидию возведут новый дом культуры. Местная школа получит пристройку, в селе проведут канализацию и обустроят точку доступа к сети интернет. Нас вообще очень хорошо поддерживает Минсельхоз России, но всегда же есть куда расти и есть еще возможности участия. Мы вчера как раз обсуждали, у нас есть дополнительные аргументы для того, чтобы дальше работать с дополнительными проектами. Я вот прошу особое внимание уделять проектам комплексного развития. Это в первую очередь как раз развитие муниципалитетов и хороший аргумент для молодежи, чтобы жить и работать на малой родине. Ситуация на улице Зубковой, когда коммунальщики перекопали проезд, стала на правительстве отдельной темой. Траншея блокировала проезд к целому жилому комплексу, и жалобами рязанцы буквально завалили все инстанции. Ситуацию сегодняшнего дня прояснила глава администрации Елена Сорокина. Там была аварийная ситуация по теплу и горячей воде. Ее ликвидировали, но в процессе ликвидации аварийной ситуации поняли, что без капитального ремонта участка трубопровода не обойтись. Зимой в любом случае эта аварийная ситуация может повториться. Поэтому приняли решение сейчас яму не закапывать. С четверга приступают сотрудники РМПТС к проведению капитального ремонта. Недели две этот ремонт займет, потому что это замена нескольких труб получится. Ну и потом еще, в зависимости от погоды, до недели на восстановление благоустройства. А вот с заменой освещения в городе надо будет подождать до февраля. 11 из 15 тысяч светильников, по словам Елены Сорокиной, в городе уже установлены. Работа, что называется, кипит. А вот где она стоит, так это на пешеходном переходе у глобуса. В дождь там всегда потоп, причем есть уже и решение, и смета, но работать подрядчик не хочет ни в какую. Разбираться с ним будут юридическим путем, но еще раньше найти практическое решение обещал профильное министерство. Техническое решение есть. Необходимо сделать дождеприемный колодец и трубу проложить и увести все в ливневую канализацию. И стоимость работ примерно определена около 350 тысяч рублей. Подрядчик не исполняет свои обязательства, поэтому мы подали на подрядчика заявление в суд. Понятно, что если он так и не сделает, хотя надежда есть, Минтранс обещал помочь. Значит, будем делать сами. Нет, ну Минтранс что скажет? Павел Викторович, проработаем с подрядчиком этот вопрос. Думаю, что общий язык найдем. Когда? В течение двух дней. По ремонту дорог в целом Павел Малков призвал работать системно, готовить все заявки и контракты на будущий год уже сейчас, чтобы к сентябрю все работы были завершены. Фонд социального страхования многие годы лидирует по внедрению цифровых технологий. В этом году проведена большая работа по осуществлению нового проекта – электронный сертификат на технические средства реабилитации для инвалидов. О том, что это за документ, какие возможности он предоставляет инвалидам и пострадавшим от несчастных случаев на производстве, рассказали на круглом столе Фонда социального страхования. Организаторами мероприятия стали редакция газеты «Комсомольская правда Рязань» и региональное отделение ФСС. Скромная девушка на кадрах – настоящий герой. Не все знают, как ее зовут, но почти всем рязанцам известен ее подвиг. В июне прошлого года в реанимационном отделении ОКБ имени Семашко произошел пожар. Тогда медсестра Елена Федорова, спасая больных, получила тяжелые ожоги 75% тела. Вертолетом санавиации ее доставили в столичный ожоговый центр имени Вишневского. 3 месяца Елена пролежала в отделении реанимации, еще один – в общей хирургии. Суммарно перенесла 10 операций по пересадке кожи. За ее жизнь боролись московские хирурги. Финансово помогал Рязанский фонд социального страхования. И девушку спасли. Сразу же фонд социального страхования заключил договор с кардиодиспансером, то, что постоянно, на постоянную оплату лекарственных препаратов, оплату компрессионного белья, в котором вот я сейчас нахожусь. Практически совсем не видно. Да, я в нем хожу
уже чуть больше года, и в нем мне ходить еще до февраля месяца. Фонд соцстрахования оплатил и две поездки в санаторий. После реабилитации Елена Федорова вернулась к работе медсестрой-анестезиологом в лор-отделение. За 22 года существования закона об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний страховые выплаты получили почти 3000 жителей региона. Представили на круглом столе и новую инициативу – электронный сертификат на технические средства реабилитации для инвалидов. По сути, это реестровая запись в единой государственной информационной системе социального обеспечения, сокращенно ЕГИСО. Ну, данная аббревиатура, я думаю, многим знакома, которая привязывается к банковской карте получателя МИР. В сертификате содержится информация о виде и количестве средств реабилитации, положенных ее владельцу, о сроке действия сертификата и о максимальной цене за единицу изделия. Сегодня он, по сути, дает возможность с помощью государства приобретать технические средства реабилитации в соответствии с личными предпочтениями и личными особенностями. Отдельные средства реабилитации, кстати, разрабатывают индивидуально. Если в прошлом году в регионе была только одна точка продажи по такому документу, то сейчас уже 7. Сертификат на покупку техсредств годовой. Получить его могут инвалиды, ветераны и пострадавшие на производстве от несчастных случаев и производственных травм. Можно обратиться как лично, через МФЦ, так и удаленно с помощью портала госуслуг. Партнер программы «День города» – это выставка свежей рыбы и икры. Самые вкусные, а главное, свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер». Оперативники МВД по Рязанской области пресекли очередной канал поставки наркотиков в нашу область. В Рыбновском районе они задержали курьера, перевозившего почти килограмм зелья. Захват получился эффектным. 196. Эта синяя мозаика не детское творчество и не художественная аппликация. Это очередная партия зелья, не доехавшая до заказчиков. Полицейские отработали оперативные данные и в Рыбновском районе. При содействии сотрудников ГИБДД силовики остановили темный Volkswagen. Спецподразделение «Гром» отработало четко, задержан выходец одной из стран Средней Азии. При досмотре обнаружены вот такие пакетики. В результате досмотра иномарки полицейские обнаружили в салоне 4 упаковки, содержащие сотни свертков с наркотиками. Из незаконного оборота было изъято 654 грамма героина и 98 граммов метадона. Предварительно установлено, что иностранец проживал в городе Химки Московской области и нанялся курьером в нелегальный интернет-магазин. Сначала в его обязанности входило розничное распространение наркотиков, а недавно мужчине доверили транспортировку оптовых партий криминального товара и организацию тайников на территории Рязанской области. В отношении злоумышленника следственным управлением УМВД по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228 «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Мигрант задержан и уже дает показания. «Зеркало сцены» – событие долгожданное в театральной жизни города. Вся текущая неделя для театров – зачетная. Конкурсные спектакли оценивает жюри. О сути фестиваля и церемонии награждения рассказали на пресс-конференции в Министерстве культуры региона. С 2016 года «Зеркало сцены» является профессиональной премией и вручается за творческие достижения в области театрального искусства в Рязанском регионе. В «Зеркале сцены» отражается лицо современного театра. Удивительно, вот сколько-то лет, мне всегда все кажется, что все было давно. Мне почему-то все кажется, что было давно. Но, тем не менее, я так хорошо помню все спектакли, которые я видела. Я прямо глазами по мизансценам могу пересказать. Ну, как и «Гроза», например, просто все могу рассказать. Спектакль «Фауст». Профессиональный театральный критик Марина Александровна не случайно в Рязани. В составе жюри только профессионалы, не имеющие отношения к рязанским театрам, что позволяет максимально непредвзято и объективно выявить победителей в номинациях. Ранее у нас в регионе проводился областной театральный смотр «Признание», по итогам которого победителям в номинациях конкурса в течение года выплачивали стипендии. Сейчас положением о фестивале «Зеркало сцены» предусмотрено выплаты 20 премий в 19 номинациях. У нас есть 14 профессиональных номинаций и 6 специальных номинаций фестиваля.
стартовал фестиваль спектаклей на сцене музыкального театра. Следующим будет театр драмы. На суд жюри представят «Иванов» и «Я танцую как дебил». В кукольном для конкурса покажут «Синюю бороду» и «Маленькие трагедии». Когда мы выезжаем за пределы своего региона, нам очень приятно, я думаю, что коллеги все со мной согласятся, что очень большое количество наших коллег из других регионов нам по-хорошему, по-доброму завидуют, потому что знают, какова ситуация с театральным искусством. ТЮЗ в этом году представит свои спектакли в видеоформате. В здании театра продолжается ремонт. К формату онлайн за время пандемии вроде как привыкли, это не вновь. Спектакль «Идиот» по роману Федора Михайловича Достоевского. Над этим спектаклем работала полностью, практически, кроме художника по костюмам, Санкт-Петербургская постановочная группа. Зритель принимал этот спектакль чудесно. Посмотрим, что скажет об этом спектакле профессиональное жюри. И вторым спектаклем идет спектакль для подростковой публики. У нас «Море звезд Олеандр» по пьесе Марии Малухина. Это совершенно свежая пьеса. Церемония награждения победителей состоится в воскресенье 6 ноября в Театре драмы. И это всегда яркое мероприятие, посетить которое непременно стоит. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 31 октября по 5 ноября. ТЦ «Премьер».